Дорогие друзья и подписчики, сегодня у нас 30 мая 2024 года. Как красиво цветут мои белые, коричневые ирисы. Это просто бомба. А вот начали пионы мои распускаться. Красота. Это просто красота. Иду сажать кукурузу на первую грядку. А то вторую, третью, четвертую посадила, замочила семена. Вот Левочке моему понравилось. Пахнет неприятно, не знаю, чем она понравилась. Но получится у меня там кукуруза вместе с горохом на первой грядке. Так, деревья поливаю, видите? Засуха, 30 градусов. Каждый божий день и смалит, и смалит, и смалит. Это просто невыносимо. Полила свою кукурузку, которая повсходила. Ну вот этого посажу рядок. Наверное, всю высажу на рядок. Потом лучи разорву. А то, может быть, где-то плохая. Есть он и не вся он повсходила. Ведь местами. Горох я уже разложила, который у меня оставался. Вот там сеяли с вами. На рядок целый ушло. И будем раскладывать кукурузу. Вот видите, что медведки или что тут? Ой, как оно замучило это все. Ладно, руками грязными теперь. Вот, просто насыплю безжалостно. Просто жалко выбросить. Так, буду сыпать и не хватит еще. Ладно, приблизительно раскидаю. И больше всего кукурузы сажать не будем. Насадила очень даже много. Хочу в этом году заморозить и вареную, и сырую. Сырую замораживала очень даже хорошо. Мне понравилось. Так. Так вот, густо. Ну, там буду подсолнухи сажать. Нужно замочить. Ну, все раскидали. И без отравы же никак. Я некоторые грядки попробовала без отравы. Медведка съедает ее. Мучаешься, мучаешься, и ничего не вырастет. Ладно, это потом разорвем. Она 100% при такой засухе не взойдет. Это уже проверено. Это уже проверено. Вот так поливаю свои деревья. По 15 литров под каждый куст вылила. Цветы недавно поливала. Ну ладно, мои дорогие друзья. Проложу отраву и будем засыпать. Этот раз использую от медведки отраву рубин. От колорадского жука и проволочника даже помогает. Ну что-то я пользовалась уже ею. Все равно колорадского жука полно. Вот такая. Зелененькая с красненьким. Так, пойдем поставим. Ой, какие же красивые ирисы. Какая же прелесть. А это обыкновенный сорняк. Травка. Желтыми красиво цветет. Вот все красивые. Подкармливала от теплицы куриным пометом. Он никак вот этот перец силы не наберет. Слабый. Ну ладно, пойдем дальше сажать. Потом когда-нибудь теплицу сниму, покажу. Про теплицу я снимаю, показываю на канале «Живи, радуйся». На Дзене и на подворье Ани на Ютюбе. Ну что, засыпаем. О, крыги какие. Выбрасываю, чтобы они и не валялись. Чтобы и не валялись. Вот так набросала. Так, это попозже немножко я пролью водичкой хорошо. Все.
все. На этой стороне, кроме картофеля, мы больше сажать ничего не будем. Будем смотреть, как что произошло. Вот там впереди, наверное, картофель. Если еще мешка картошки не купим, то значит там впереди буду сажать капусту. А здесь досажу картофелем, который есть. Жарко. Время почти 7 часов. Дышать невозможно, как жарко. Вот так вот засыпали. Пускай кукурузка наша сходит. Где прорвем, а где отсадим, отсюда возьмем. Ничего, лишнее не будет. У меня на той стороне 4 грядки посажены кукурузы. И на этой 3,5. Так что, видите, вот выбрасываю туда. Там буду дальше полоть. Со шланга поливать. И они размягчаться. Ну что, а здесь уже пойдет подсолнухи. Вот здесь его я посадила уже почти ряд подсолнухов. И буду дальше на всю длину. Заходите в гости, мои дорогие друзья. Буду вам очень рада. До свидания, до новых встреч. Пока!